бегом! Шш. Ты что, раненый, Назаров? Назаров! Не раненый я, товарищ сержант. Пихаться не надо только, а? А тут дичь пущу. Да что ты дурью маешься? Ты мне танк подбей, Назаров! До танков дойдет. Эти хоть одного царапнуть надо. А то разлетались, как все в курятнике. Молодец, Татаров, напугал ты их сильно. А теперь в укрытие, бегом! Что они як? Воевать не хотят. На Москву себя берегут. Ну, нам и хорошо, кстати. Потому как мы получаемся, можно сказать, в выгодном положении. А, ну, конечно, преимущество. Что они такие трусливые? Ну, как бы они со страху-то нас всех не прибили? Уж больно у них боеприпасов богато. На всех у них кишка тонка, Сенгербаев. Ты, главное, раньше часа не помирай, ладно? Скуда им знать? Может, тут уловка яка? Может, тут целая засада для всей их танковой дивизии, а? Ага, такие они дураки. Они не дураки, потому им видно. Они вон полдня гвоздят, а дух святый их танки жгут и пехоту косит. Все, хлопцы. Я к тому, что через час другой на строчке меньше станет. А фрицы другой натиск дадут. Так вот, хлопцы, нам до фрицев такой занозой надо стать. Что яку не вынешь, хлебнешь беды по самое некуда. Так кто ж с вами спорит-то, товарищ сержант? Так мы зараз за тактику покутарим? Или обождем, пока нас тут всех побывает? Тактика такая, что никакого геройства. Все. Это как? А вот так. Сегодня, хлопцы, за родину помирать не треба. Ага. Сегодня за родину пожить треба. Новость такая. А что туда, спешит кто-то? Горстка нас, и что теперь? Надо будет умереть, умрем. Что? Ты умрешь, а кто за тебя воевать будет, а, Шемякин? Или что, все равно тебе, а? Умер в бою, и все. А там як-небудь, да? Может, фриц завоюет нас, а может, так как-нибудь обойдется. А что, удобно. Главное, кто засудит. Умер в бою, все старые грехи списали, и новых даже уже не нарисуешь. И выходит, родился, получается, не просто так, а для подвигу, да, Шемякин? Кто разошелся, сержант. Умирать-то никто не хочет. Жаль, не от нас-то зависит. Ошибаешься. Помирать или нет, это глубоко личное дело. А, давай, вот сейчас снаряд сюда ляжет, или пуля шальная тебя скосит в лоб. Я погляжу, как ты с этим личным делом справишься. А ты меньше голову забивай этими волшебными пулями, может, их трошки меньше станет. Я у Зубнова был, вот это была братвука, а это так, ерунда. Сейчас, говорить не о чем.